Глава Калмыкии принял участие в первом туристическом слете «Маевка больше, чем путешествие». Был рад поддержать представителей нашей республики. Это мероприятие туристической индустрии привлекло опытных и начинающих путешественников со всех уголков России. При участии первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко регионы нашей страны презентовали проекты по развитию пешеходного туризма. Вместе с послом гостеприимства Калмыкии, победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Александром Базыровым представили информацию о туризме в Калмыкии и перспективах развития у нас пеших троп и маршрутов. Пешие походы – это отличная возможность не только увидеть живописные маршруты, но и приобрести привычку бережного отношения к окружающей среде. Своим примером мы должны направить подрастающее поколение к изучению истории и ценностей природного богатства Калмыкии. Вместе с тем будем готовить специалистов и инфраструктуру для организации этого процесса, подчеркнул Хасиков.